Яшчэ одна проведенная сегодня областная нарада тышилась ситуации у жывёлагадоўлі. И хоть у целом яна не является критичной, шэраг позиций выклікае у кіраўніцтва региона заклапочанасть. Подрабязности у сюжете наших корреспондентов. Снижение поголовья и проблемы с кормами. Причина ситуации, якая склалася у жывёлагадоўлі, вядомая. Во всяляким выпадку, менавіта на их частей за все спосылаются запрошенные на нараду керуники районов. Правда, старшиня облвыканкама Геннадий Соловей просит не обмежовываться констатацией лишбов. Необходимо усебакова проанализовать ситуацию и назвать реальные шляхи ее поляпшения. Покуль на местах это отрымливается не завсёды. Мы видим, что ситуация сегодня у нас складывается не очень хорошая в сельском хозяйстве. Потому что, наверное, надо остановиться и подумать, когда же мы с вами достигнем определенных результатов. Уважаемый председатель исполкома, сколько мы уже можем с вами из пустого порожня переливать, и не выполняя те доведенные задания, которые вам определены в исполкома. Нас добавляя неплохо Мозер, неплохо добавляя не отстают Лельщицы, не отстают Петрыков. Пытание, якое задае старшыня аблвыканкама, чаму при аднолькавых кліматычных умовах у адных районах вытворчасць жывёлагадоўчай продукции перевышае плановые показчики, у іншых – минусы по шэрагу позиций. Відавочна, что у значной ступени ситуация, что склалася у галіне, залежыць от субъективных факторов. По этой причине, дарэчы, сегодня принято решение притягнуть до дисциплинарной отказности старшыняў райвыканкамаў, якія допустили погаршение показчиков. Одночасова кіраўнікі районов, где працуют стабильно, могут различивать на материальное захват. По великим рахунку никаких секретов нема. Необходимо постоянно выполнять все технологичные потребования. Коли за живёлы не будет належного догляду, различивать на высокие проваги и надои не приходится. Основная причина выбытия коров – это отсутствие дифференцированного кормления согласно физиологическому состоянию животного и несвоевременное проведение лечебно-профилактических мероприятий. Одним из резервов улучшения финансового состояния сельскохозяйственных организаций области является улучшение качественных показателей продукции. В целом по области сортом экстра реализуется только 36,5% молока с увеличением на 6,9% к уровню прошлого года. Особная размова об ситуации у свиногадоўлі. У целом, с початку года рост объемов продукции в этом секторе 10%. Это третий показчик у Беларуси. Разом с тем, на некоторых комплексах означается снижение поголовья. Плюс, снова же, проблемы с кормами у особных господарках. Спасылки на махчимость выправления ситуации праз некалькі месяцев не прымаются. Прымать меры необходимо уже зараз. Недоход продукции первого квартала потом компенсовать будет складано. Алексей Сюров, Ольга Коновалова, Евген Макенко, телерадо компания «Гомель».